По поводу маркетинга, маркетинг в корневой компании действительно уникальный. То есть Юницкий как раньше говорил, так и он и говорит сейчас. Для того, чтобы у нас, для того, чтобы человек заработал, ему совсем не обязательно покупать акции. Лично я сделал так. То есть я пришел больше года назад, мне понравилось то, что не надо что-то покупать, не надо что-то вкладывать для того, чтобы зарабатывать деньги. В компании есть маркетинг, он линейный. Здесь нет... Не нужно достигать какие-то статусы, не нужно подтверждать квалификации. Нету обрезаний в зависимости от того, что кто-то больше сделал объемы или построил структуру. Маркетинг всегда распределяется вот на 5 уровней. То есть 15, 7, 5, 3, 1. 31% распределяются деньги сейчас и 31% доли. Что это означает? Ну, например, я привлек 7 человек по 120 долларов. Что это означает? Что 120 долларов я могу вывести, либо обналичить, как мы обычно это делаем, либо вывод на Яндекс, да, или на другую систему в течение 3 дней. И если я заработал 120 долларов, вот столько же мне начисляют и долями. То есть это очень выгодно. Такая возможность, она в 2 раза сразу же больше, чем в любом фонде. То есть в 2 раза больше. Человек приходит, и он сразу же может зарабатывать уже деньги. И по поводу того, что ну, можете сказать, что у вас нету 120 долларов, ну пожалуйста, можно заработать. То есть все видео специально для этого и сделаны, чтобы вы просто разослали их людям. Все. То есть это вся работа. Вот.